И снова всем здравствуйте. Иду, несу бумагу, подписи против QR-кодов. Насобирала у меня жена целый лист А4 с двух сторон. Сейчас еще иду. Одного уговорил. Не уговорила, просто спросил, будешь подписывать? Буду. Вот сейчас еще и приду, он меня подпишет. Фух, я на автобус и поехал отдавать эту бумагу в прокуратуру. Написали люди, подписываются против Тавро, чтобы это Тавро не ставили людям ни на лоб, никуда, никакой ни цифры не было, ни оцифровки человека. У нас и так кругом все по номерам. ННН, номер. На почту придешь, если зарегистрирован по телефону, по интернету. Номер. Кругом одни номера. Как в концлагере. Посмотрим, что будет. Дождемся ответа, не дождемся мы с прокуратуры. В общем, иду. Ну вот, я уже отсюда вижу. Вон там кто-то стоит. Из людей. Наверное, там собирают подписи. Сейчас отдам их. Погодка сегодня нас не балует совсем нисколько. Совсем не балует. Ветрище. Фух. Ну, сейчас или спал, или здесь как-то не так. Но факт то, что я из дома вышел, дуло по-черному прям. Ну точно стоит эта женщина, она одна. И здесь толкаться никто не собирается. Людям лучше Тавро поставить. Как скоту. На заднюю ляжку. Предлагаю ставить на лоб. Чтоб видно было. Здравствуйте. Вы собираете, да, подписи? Вы кто у меня? Я? Человек, слава богу. Нет, я понимаю, вы 16-го записывались, да? Нет? Я ничего. Я первый раз пришел. Все. Нет, просто что это, кто? Мы собирались 16-го. Я понял. Здесь в списке. Да у меня подписи уже есть. А. Уже собирали их? Сколь могли. Вот листик один. Полный, с двух сторон. Вот один, вот с другой стороны. И одного не хватило, вот еще один добавили. Отлично. Вот так вот. Сейчас придет представитель профсоюза, я ей передам. Все правильно? Правильно все. Фамилия, имя, отчество, дата день рождения и роспись, отлично, и адреса. Молодцы. Вот все сколько смогли. Фу. Сейчас каждая подпись на весь золото. Да не хотят люди. Не да хотят. Вы что? Точно не хотят. Они как хотят рабами быть, фашистами. Они знаете, как говорят? Я позвонил одному товарищу, он в магазине работает. Он говорит, я сейчас у себя пробегу и это. Ага. Побежал. А ему знаете, что сказали? Ага. А мы уже про уколоные, ну, у нас QR-коды есть. Так зачем они нам всего это на надо? Полгода QR-коды-то. Надо, чтобы через месяц сделали. Вот. Чтобы они каждый раз шпиговались. Так они уже, вы понимаете, они не понимают опасность вот этих вакцин. Оно же... Они не только вакцины, они вообще ничего, по-моему, уже не понимают. Ну, тогда они... Это их выбор. Мы не я тоже самое говорю, я не против. За шкирняк. Это выбор каждого. И я тоже не могу своего ума добавить. Я единственное всегда говорю, ладно, свою жизнь тебе начхать, а детей, внуков, кому мы на всезнание их отдаем? Я думал, здесь толпа будет, здесь вообще никого нету. Нет, не было бы вот это. Подходят люди и уходят, потому что погодка-то, вон, видите, не располагает. Ну, подошел, расписался, ушел долго, что ли? Ну, вот подходят, это вот те, кто 16-го, мы здесь собрались, никто не подошел. Кто кинул клич, не было товарища. Я уже на себя взяла, давай записывать, кто был здесь. 100 с лишним человек было. И вот теперь подходит, вчера подошли много, сегодня оставшиеся. Но все-таки люди идут, да? Идут, конечно. Слава идут. Богу. Идут.
идут. Многие еще боятся. А чего? Чего уже бояться? Вот кто мне этот листик отдал, вот этот листик, вот подхожу к девчонкам расписываться, она говорит, я боюсь, меня придут и арестуют, а сама ставит, дайте ручку, и пишет, ставит роспись и пошла. Здрасте. Вот как довели народ до чего. Вот я и говорю, это потому что со всех этих зомбоящиков, со всех вот их репродукторов и все и прочее, с этих, с газет, там, журнал, у меня телевизора уже, думаю, вообще нет. Это хорошо. Потому что это такое. Люди не знают, что такое идет, что сбор подписей идет. Не знают. Информированность очень плохая. Понятно. Подписаться не желаете против QR-кодов? А чё? Молчит. Ну, когда прижмёт, тогда это... А потом поздно будет. Это, я ещё раз повторюсь, своего не добавишь. Люди думают отсидеться, отсидеться никому не получится. Поэтому... Мы сейчас у тетеньки спросим. Женщина, а вы не подписывались против QR-кодов? А не хотите подписаться? А почему, не скажете? Она знает одно слово. Нет. Из трех букв. Нет, этому нет, нет и нет. Влиять на право выбора мы не имеем права. Ну, это да. Каждый человек волен распоряжаться своей судьбой. Ну почему-то жизнью. Влияют на право выбора. Ну, они за это и отработочку хорошую получат, что а они вот влияют. Эти? Все это прекрасно понимают, поэтому вы смотрите, они же... Вы, наверное, к нам идете, да? А я уже подписывалась. Да? А, молодец. Поэтому... Уже подписывалась. Да, я говорю, вчера было основное. Много народу вчера было. И поговорить было возможность, потому что холодно так не было. А сегодня не так холодно, как видите. Не, вчера хорошо было. Видела, спрашивала. Так что я отдаю. Ага. Все, сдал? Все, сдал, принял. Сдал, принял. Все, спасибо. Чтоб отчет у меня будет. Вот. Я говорю, я вот таких, я говорю, людей нужно. Я говорю, потому что, говорю, посмотрите, они говорят, это подставные. Я говорю, это не подставные, это непосредственно те люди, говорю, которые вот хотят, я говорю, добиться правды и справедливости. Я говорю, такие, как я. И когда да. А у меня, получается, девочки, когда в Новобайдаевке, вот там начали у вас тоже там писать там всякую фигню. А я ей пишу, я говорю, он правильно сделал. Он, я говорю, спрашивает, у вас документы. Да, а вы да, же да, документы. Стоим, ждем, я говорю, вы же документы, говорю, не можете предоставить. Угу. А я могу предоставить документы. То есть я говорю, во-первых, я говорю, если сейчас вы просите прибегут, маску, вы должны, звонят. Я говорю, мне, говорю, меня этой маской обеспечить. Не маской. Нет, там средства индивидуальной защиты. Да, да. Да, это да. Совсем другое. Респиратор это, и противогаз. Это противогаз, это варежки, тюбетейка, сапоги, плащ. Ну, противочумный костюм. Говорит, Света, ты не права. Я говорю, нет. Я говорю, я, предположим, этого человека в глаза ни разу не видела. Но я могу сказать конкретно, я точно так же такой же политики, как и он. Это во-первых. Во-вторых, я тоже, говорю, маску один раз одела. Он у меня вот тут вот. И все, и я вот со мной так разговариваю. А я не понимаю, кто разговаривает со мной. Я не вижу. Здравствуйте. 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 А я не понимаю, кто со мной разговаривает. То есть, потому что я этого человека не воспринимаю. Я же в наморднике. Да, ко мне. Вот и ага. Все. Фамилия и моя все. Хорошая. И короче, мы агенты Госдепа. Да. Я поехал за пряниками. Ну, понятно. Все, до свидания. Всего хорошего. Вот такой диалог получился у нас небольшой. Они еще там сейчас стоять будут. Прикиньте. На одном месте.